Добрый вечер, мои любимые, добрый, прекрасный, дивноморский все еще вечер. Скоро буду вам говорить добрый, прекрасный, горячего ключский вечер или утро. Хотя не буду загадывать, рассчитывать. Мы тут с Хорочкой гуляем в скверике. Я читаю ваши комментарии. Томочка Сирадзе пишет, что Хору показать бы ветеринару. А я ей ответила, что я консультировалась онлайн в интернете с ветеринаром. Там собачка, кстати, бежит. Я вас знакомила с ней. Вот она, это ее хозяин на мопеде. И она вот, он едет, а она с ним бежит. Такая умная собачка вообще. Хорита, ты куда пошла? Иди сюда. Собачку увидела. Иди сюда. Лежать. Иди сюда. Гав-гав, иди сюда. Ко мне. Умница. Вот. Я проконсультировалась, все рассказала, что у нее как будто бы начались роды у Хориты. Было видно по всему, как она себя ведет, и как она место ищет, и там что-то пеленочку себе поправляет и так далее. Блин, я боюсь, что она у меня тут сорвется отсюда и побежит, и мне придется за ней бежать. Вот, все рассказала. Она мне говорит, бывают ложные тоже вот эти вот роды, как и у людей, говорит, то же самое. Я вспомнила, что я когда Ирку рожала, первую дочечку свою, тоже так лежала женщина, у нее начались схватки уже, и все-все-все, и там пошло раскрытие, и ничего. Потом опять, что-то там она ночь переспала, у нее все-все-все-все-все успокоилось. И вот у нашей Хариты так, и у нее, в принципе, все нормально. Здоровая собачка, не кушала вчера целый день, ну непонятно почему, то ли от жары, то ли траванулась чем-то. Она ж ходит, поднимает всевозможные камешки. И не ясно, что ест. Вот. А сейчас нормально, сегодня покушала. Утром. И вот сейчас я ее кормила. Сама ела курицу. И Юлька давали ей эти хрящички. Мы ей не даем эти, как они там, трубчатые вот эти вот кости. Никогда. Мы там хрящичек с самого края как-то отрезаем, даем. И плоские косточки даем, и всевозможные. А вот эти вот трубчатые не даем. Кто-то там написал мне, что что вы ей даете, собака может погибнуть. Мы не даем. Единственное, мы даем лапки. Так, а сами лапки — это не трубчатая кость. А трубчатая кость идет дальше от лапки. Там, где вот это вот, как она называется, окорочок. Там уже идут трубчатые. Вот. Читаю ваши комментарии. Так приятно. И все ваши пожелания. Ирина забыла, как ее фамилия, написала мне. Это вы пишете стихи? Ну, раньше бы я сразу сказала бы да, без проблем. А сейчас я осознаю, что я только проводник. Я вот это, знаете, как само оно там что-то записывается, пишется. Я даже иногда не осознаю, что написала. А потом, когда читаю стих, иногда свои стихи читаю через год, два или три. И так, неужели это я писала? Когда такое было? Я вообще не помню, что я это писала. И вообще не помню ни смысл. Ничего вообще. Вот оно само пишется. Я так попыталась объяснить. И девушке, не знаю, не понравилось почему-то. Она что-то там написала. Надо же было так намудрить. Наверное, я как-то очень уж хотела ей объяснить, что я имею в виду. Ну, а вы же понимаете, что если надо объяснять, то не надо объяснять. А я сижу и опять везде вижу сердечки. Вот тут я вам уже показывала из листьев сердечко, а там вот из облаков. Вот тут малюсенькое сердечко, и тут второе. Как будто они два так слеплены вместе, два сердечка.
Ну, так вижу, не знаю. И богомол ко мне снова зашел, и столько всевозможных знаков. И такие сны снятся. Прекрасные. Хора уже не реагирует вообще на людей. Что-то я поперхнулась немножко. Раньше каждый человек, который проходит, она на него кидалась. Ну, просто понюхать. А сейчас нормально. Хура, пойдем проведаем твою собачку. Вон она там стоит, на тебя смотрит. Только подходить к ней не будем, а просто мимо пройдем. Пойдем? Пойдем? Пошли! Хорош чесаться, пошли! Стой, отойди! 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 Молодец, молодец! Кто там детки идут, чтоб ты не начала их нюхать. Опять лапка зацепилась. Доставай. Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку, хора. Стой! Стой! Стой, дай лапку! Дурынь, да иди сюда. Сказала тебе, дай лапку, дай лапку. Молодец, пошли. Пошли с собачкой поздороваемся, пошли. Небо обалденное. Так красиво. Пойдем. Пойдем, хорочка, хары там нюхать. Пошли с собачкой поздороваемся. Пойдем. Пойдем, моя солнышко, пойдем. Вон твоя подружка. Подружка! Подружка! Хора, смотри, подружка твоя. Эй, смотри, подружка твоя. Че, хочешь к подружке? У тебя потом глаза будут от нее опять болеть. У тебя и так еще закисляются. Как она хочет к подружке, тянет. Зарваться. Все, пошли. Пошли. То Юлька будет ругать, что я тебя водила к ней. Все, поздоровалась? Молодец, пошли. Пойдем. Поздоровалась. Умница, пошли. Ну, по-моему, лучше же, чем ничего. Так бы вообще не поздоровалась. Как красиво тетечка сидит. Девочки с кошечкой бегают. Все такое красивое. Кися там, видишь? Хорита смотрит на кисю. Все. Вся в кисе. Кися. Ты что страдаешь? Тоже на кисю гавкаешь. И хора хочет киси. Тащит меня. Все, идем. Идем. Да-да-да-да-да-да-да. Небо красивущее вообще. Все такое свежее. Не знаю, говорила я вам, нет, что всю ночь шел сильнейший ливень. И мне пишут друзья и из Евпатория, и из Сочи, что все позатопило у них. У нас вроде не затопило, блин, поперхнулась, теперь горло так щекочет.
У нас вроде не позатопило ничего, но реально гром и молния, и сильный-сильный ливень всю ночь лил. Вот правда. Я в 3 ночи ходила с Хоритой гулять. И такой вообще стеной шел дождь, такой шум. Вот. Не знаю, может, где-то и затопило. Но у нас тут в горах, видите, какой подъем. Тут в горах нормально. Ничего вроде не затопило. Ну, такие вот облака прям тучевые, или как они там называются. Или это я их так назвала? Не знаю. Красота там сквозь деревья. Солнышко проглядывает. Ну, Хора мне ничего не дает снимать, потому что она меня дергает постоянно. Тянет какие-то камни, жрет, выкапывает их. Как следопыт. О, Господи. А, задохнусь. Они прошли. А от них пахнет духами. Курит, отойди. Машинка. Машинка прям чуть не наехала на нас. Хотела собачек поснимать. Не успела, ладно. Стой. Стой, Хура, хары тащить. Пошли. Видела кошку. Все. Не может. Ужас. Ты же беременная женщина. Как же ты себя ведешь? Как тебе не стыдно? Хора. Нельзя. Нельзя кошечек гонять. Смотрите, какие облака. Как будто какая-то картина. Правда? Так красиво. И такой горный ветерок. Реально сказочный. И там какие обалденные горы. Все в этом, в солнышке. Прям туман над ними. Такая свежесть, запах трав. И вот именно горный-горный такой воздух. Шикарный. Шикардос. Да-да-да-да-да-да-да. А надо мной провода. Провода. По ним течет электрическая вода. А Хорита роет. Роет, роет. Она у нас этот следопыт какой-то. Вырывает какие-то камешки и жрет. Или корни. Я не знаю, что она ищет. Каких-то минералов не хватает. Хотя вот правда, мы ей и покупаем витаминки, и всякую хрень Юлька вечно берет в зоомагазинах. Не знаю, какую яму вырыла. А там в низине тоже гаражи, видите? А вокруг огромные зеленые горы. Просто сказка. А Хора и тут роет. Роет и жрет что-то, и роет, не знаю. Она у меня какая-то, знаете, как коза на выпасе. Я Юльке говорю, давай заведем козу. Будет у нас молочко свое. Она говорит, ты стурела. А если мы куда-нибудь захотим поехать? Мы дом закрыли, Хору взяли и поехали. А с козой с твоей ты полезешь в автобус с козой? Я представила, как Юлька с Хорой. А я с козой. По автобусам и поездам, по городам и странам. Опять ищет. Пошли, следопыт. Идем. Это не Хора, это не знаю кто. Пойдем. У меня поэтому и переворачивается видео, что Хора меня дергает, и я, может, резко как-то поворачиваюсь или еще что-то. Сразу же все. Видео глючится, телефончик глючится. Как тут все в цвет. И домик, и машинка. И так, все гармонично. И облака, а там сердечко над домом.
беленькая. Вот тут, смотрите, все были этот самый, такие камешки. Их всех смыло ночью дождем. Здесь такие реки текли туда, что просто жесткач. Вот такой, видите? Здесь его посмывало, оттуда сверху все было засыпано. Сейчас лысая дорога. Все, что здесь позасыпали. Здрасте. Все с водой слилось. Ну все, пришли домой. Вот это мне кто-то тоже написал. Уберите двор. Это не наш двор. Это мой котик. Ко мне все время приходит, я его кормлю. Это не наш двор. Ничего не собираюсь убирать. И я спросила у хозяйки этого жилья. Траву эту надо убирать. Она говорит, ни в коем случае. Хоть какая-то зелень. Ну все. Я не хозяйка. Не собираюсь никакую траву тут выдирать.